На днях я решил показать своим зрителям в телеграм-канале, какие, например, флешмобы они могут делать. И случайно в интернете нашел вот это видео, которое и разместил для зрителей у себя в ленте. Пошел вон отсюда, ублюдок. Здравствуйте. Что тут, как люди голосуют за меня? Нормально все? Все нормально, голосуют все. Все, обнулимся, все по плану. Отлично. Пойдем тогда. На, девочка, твоя. Спасибо. За обнуление мое хотите проголосовать? Ну, чтобы я вечно правил. Чтоб этим американцам, пиндосам там все. А, ну нет, не против, значит, обнуление. Тоже пойдет. За мое обнуление проголосовать не хотите? Нарушение закона. Какого? За агитацию. Какую агитацию? День выборов. Сегодня не выборы, просто меня обнулим и все. Вот обнулять. Ну так давайте. Один уже вот тут что-то высказался. Неправильно голосует. Если не против вечного Путина Владимира Владимировича. Я могу так уже не, дать. Ну, можете, да, не идти что-то. Прям тут. А что, против Путина ничего не имею. Ну так. Вот так? Да, да. Да, не против, нет, не против. И как лучше, да или нет? Да тут они одинаковые. Да, не против, нет, не против. Ну да. Но так в этом-то и смысл, чтобы любой ответ был правильный, это конечно. Это конечно. Давайте. Что самое интересное, в кадр этого ролика попала листовка движения зрителей моего канала. Вот так. Вроде случайный ролик в интернете, но он показал, что 150 зрителей моего канала по всей стране не зря их расклеивали. Они были заметными, и многие обращали на них внимание, задумываясь, для чего на самом деле нужны поправки. Сейчас мы со зрителями готовим новые листовки. Пока из нескольких разработанных вариантов приняли вот эти, но будут и другие.